Здравствуйте, меня зовут Юлия Лосенкова, я живу в Сербии, мой муж итальянец. В Сербии мы оказались по нескольким странным стечениям обстоятельств, в том числе здоровье мужа пошатнулось, и нам пришлось сменить климат. Климат Италии для нас оказался слишком жаркий, климат Сибири, откуда я сама родом, слишком холодный, и Сербия оказалась наилучшим вариантом для того, чтобы здесь жить. По образованию я химик-технолог, по увлечению я сыродел, практикующий сыродел. Я делаю сыры для себя, для моего мужа, для ближайших друзей. И думаю, что это неплохо у меня получается, до такой степени, что я пишу еще и книги, чтобы поделиться своими знаниями с теми, кто хочет сделать то же самое для себя и для своей семьи. Здесь на столе я выложила свой сыр, мою разработку сыра. Называется он сербизан, в благодарность к стране, которая меня встретила. Вот такой вот у нас твердый сыр. Ему 1,5 года. Сделала я его на своей кухне, в обычной кастрюле. Хранился он сначала в обычном холодильнике, потом некоторое время пришлось поселить его в наш маленький подвальчик, который есть у нас в доме. За 1,5 года мы имеем вот этот сыр, который мы получили у себя на кухне.